какая красота. Центр села Позеринского. Сейчас мы вам все покажем. Все, что войдет в камеру, как говорится, телефона. Очень мне видео всем понравится. Вот магазин «Радуга». Вот Сбербанк. Дом культуры, тут и библиотека, и сельсовет. Видите, какую сделали новую остановку. Вот улица Ленина, по ней сейчас в данный момент едем. Как говорится, вот она, местная достопримечательность. Видите, какая красота. Едем воду набирать. Вода настоящая, деревенская, с колодца. Ни скважина, ни колонка, ничего. Природная, скажем так, водичка. Вот. Так что вот, всем пока.